Дмитрий Сергеевич, добрый день. Я журналист. Мы с вами договаривались о небольшом интервью. Да вы что? И что, договорились? Ну да, вы же сказали, приходите. Так, и что, вы пришли? Ну вот, пришел, как видите. Ну вот и замечательно. Напомните, ваш журнал, кажется, называется «Матюки дочери». «Дочки матери». Ах, да, да, «Дочки матери», точно. Я вас слушаю. У меня несколько вопросов по поводу вашей старшей дочери Елизаветы, если можно. Да, конечно, пожалуйста. Спасибо. Многие до сих пор обсуждают ее роскошный образ жизни в Париже. Говорят, якобы Пескова дочка жила там на широкую ногу. Что из этого правда, а что нет? Ну, смотрите, правда то, что она жила в Париже, и, конечно же, правда то, что она Пескова дочка. Или, как я ее ласково, коротко называю, Пес-дочка. А вот по поводу роскошного образа жизни и ее широких ног, это, конечно же, все выдумки. Поверьте, она никогда не была ребенком-мажором. Там, в загнивающей Франции, где ей пришлось учиться, она жила очень бедно. Порой даже не было что покушать. Я это точно знаю, потому что мы с ней постоянно созванивались, и она рассказывала, как ей часто приходилось питаться какими-то лягушками, улитками всякими, кушать вот эти, знаете, такие сопли из ракушек, да, вот так вот их сёрбала, лимончиком зачем-то на них брызгала. Она мне как-то прислала такое видео, у меня аж усы дыбом встали. Поверьте, это зрелище не для слабобедных. Вы знаете, я вам верю, но в новостях писали, что она там жила в роскошной квартире в центре Парижа. Это правда? Нет, конечно же. Вы вроде взрослый человек, а до сих пор верите российским новостям. Если вам нужна правда, лучше спросите у меня. Лиза, как и все студенты, жила в общежитии. Как только она поступила в парижскую школу бизнеса, мы сразу же купили ей свое общежитие, чтобы она ничем не отличалась от обычных студентов. Откровенно говоря, она там жила условно в спартанских условиях, чтобы хоть как-то заработать копеечку, ей каждый день приходилось вставать ни свет, ни заря и идти к ближайшему банкомату снимать копеечку, которую мы ей отправляли. Мы ведь, как и все родители студентов, постоянно передавали ей передачки. Нам с супругой каждые выходные приходилось переться через весь город, чтобы чартерным рейсом отправить ей эту тяжеленную сумку с продуктами. Клетчатая такая базарная, знаете, Луи Виттон, по-моему. То есть вы отправляли целый самолет, чтобы передать ей одну сумку? Конечно. Мы старались ее не баловать, поэтому решили, что одной сумки будет достаточно. Чтобы вы понимали, о нелегкой жизни моей бедной дочери можно книги писать. Да что там можно, они уже написаны. Карамзин еще в 1791 году написал сентиментальную повесть «Бедная Лиза». Это про мою Лизочку. Они, кстати, были лично знакомы. Ну, все равно как-то с трудом верится, что дочь Пескова так бедно жила. Ну, послушайте, вы забывайте, что я ведь все-таки имею отношение к власти, и если мы можем сделать так, чтобы миллионы людей жили бедно, то почему я не могу это организовать для своей дочери? Так что, поверьте мне, она действительно жила очень бедно, и для того, чтобы ее хоть как-то поддержать, моя супруга Татьяна поехала к ней в Париж, и они там вдвоем бедно жили. А вы же знаете, вдвоем бедно жить во Франции очень дорого. Но, как говорится, бедно жить не запретишь, поэтому я им и не запрещал. Но я вам скажу больше, чтобы хоть как-то сводить концы с концами, они каждый день ходили по дорогим бутикам и таскали там огромные пакеты с вещами. То есть просто делали кучу покупок? Ну, это вы так думаете. А я думаю, что они подрабатывали носильщиками. А это, поверьте, нелегкий физический труд, но очень перспективный. Если вы помните, наш президент когда-то тоже с этого начинал, когда носил чемоданы за Собчаком. Поэтому, повторюсь, моя дочь никогда не была ребенком-мажором, да и сейчас она самая обыкновенная девушка, которая, как и все, к чему-то стремится. Да, иногда в чем-то ошибается. Например? Ну вот, например, в начале СВО она в своем инстаграме написала «Нет войне».
Это было ее решение. Я не стал ее переубеждать. Просто под этим ее постом в комментарии по-отцовски так написал: «Нет войне, нет дочери». Это правда, я бы вам сейчас показал свой комментарий, но она почему-то сразу удалила этот пост. Не знаю, с чем это связано. Но все равно я, как отец, ею горжусь. Она долго искала себя, и слава богу, что сейчас устаканилась. В хорошем смысле этого слова. Не так, как обычно устаканиваются Медведев и Захарова. Я считаю, пока ты не в политике, можно обойтись и без этого.